Добрый день, дорогие друзья! С вами компания Arbat Homes. И все, кто меня знает, меня зовут Оксана. Кто еще не знаком, приятно познакомиться. Ну что сказать, 2 февраля, плюс 15, замечательная погода. Как всегда, светит солнце, замечательное море, зеленая трава. Обожаю зиму. Обожаю зиму в Мерсине. А я где нахожусь? А я нахожусь в районе Томюк. Что такое Томюк, кто не знает, это район Мерсина, провинция Мерсин, административно относится к району Эрдемли. Эрдемли – это город-спутник, как вы знаете, там тоже есть много магазинов, больниц, это все локация очень удобная. Но сейчас не об этом. Сейчас я хочу вам рассказать о проекте, который находится в районе Томюк. И очень многие спрашивают, потому что очень многие наши клиенты уже купили квартиру в этом проекте и спрашивают, как же идет строительство. Сегодня покажу, все расскажу, потому что в блоке А уже выстроено 6 этажей, а в блоке Б выстроено уже 7 этажей. Проект этот находится 300 метров от моря, и проект называется «Элегант». На нашем сайте вы можете увидеть его под номером 5920. Более подробная информация там описана. Кто хочет еще приобрести квартиру в этом комплексе, потому что комплекс очень достойный, очень классный и проверенный застройщик. Мы работаем только с хорошими застройщиками. Что вам могу гарантировать? Могу гарантировать вам качество, отличная локация. Также квартиры все будут сделаны в эксклюзивной отделке. И мы сейчас пройдем на проект и увидим, как там все идет. И вот мы уже поднялись с вами на 3-й этаж блока А. Как видите, здесь уже перекрытия стены положены. Строительство идет полным ходом. Немножко расскажу о проекте. Проект находится на территории 7500 квадратных метров, два блока А и Б, нулевой этаж, на котором будет находиться инфраструктура, о ней скажу позже, по 14 этажей, на каждом этаже 9 квартир. Что интересно, у нас есть три вида квартир 1 плюс 1. Квартиры, которые смотрят на север, будут площадью 61 квадратный метр, угловые квартиры, в которой я сейчас нахожусь, 63 квадратных метра брутто, и квартиры 1 плюс 1, которые центральные, будут площадью 55,6 квадратных метров. Квартиры все достаточно просторные, потому что нет-то там от 46 до 43 квадратных метров, в зависимости, где расположена квартира. Что же будет по инфраструктуре находиться в этом комплексе? В этом комплексе будет находиться открытая парковка, открытый фитнес, турецкая баня, сауна, открытая детская игровая площадка, также 4 зоны барбекю с 4 беседками, прогулочные дорожки, баскетбольная площадка, открытый бассейн с детским бассейном и большой аквапарк. Сдача этого проекта планируется в июле 2025 года. То есть у нас еще год строительства. И какие условия? 50% первоначальный взнос и остальное до окончания строительства. Но к каждому клиенту мы подходим индивидуально. Бывают всякие случаи, поэтому мы рассматриваем ситуации по-разному. Но условия такие. Также хочу сказать об интерьере наших квартир. Подвесной потолок, кухонный гарнитур, гардероб в прихожей, шкафы в ванной, стальная входная дверь, двойные стеклопакеты, используется импортная краска на силиконовой основе. Сантехника первого класса, душевая кабина первого класса, шпунтированный паркет 8 мм и также стеклянные перила на балконах. Естественно, в нашем комплексе будет охрана 24/7, гидрофон, генератор полного цикла. Все, что мы привыкли уже видеть в таких комплексах элитного класса. А я вам хочу напомнить, что все наши проекты, которые мы продаем, находятся на нашем сайте. Также вторичка находится на нашем сайте. Если вам интересно, пишите, звоните, не стесняйтесь. Если просто вас интересует какая-то информация по ВНЖ, по тому, как заплатить ваши коммунальные услуги, или просто какая погода у нас в Мерсине, пишите, звоните, не стесняйтесь. А с вами была Оксана, Arbat Homes, и мы ждем вас в Мерсине!